Владельцы ресторанов в Калининграде с марта терпят убытки, поэтому решили помочь друг другу. Ресторатор Максим Здрадовский запустил кампанию поддержки конкурентов и призвал их заказывать доставку еды из разных ресторанов и кафе города и области. Мы предлагаем всем поддержать это движение. Мы сегодня будем есть еду от конкурентов в поддержку конкуренции. Некоторые рестораторы пошли еще дальше и стали заказывать у конкурентов обеды для врачей. Заказывать еду себе тоже, конечно, весело и интересно, но есть люди, которым на сегодняшний день значительно тяжелее, нежели нам. Это врачи калининградские, которые находятся на передней линии борьбы с коронавирусом. Обеды доставляют в Калининградскую городскую больницу номер 2, где врачи принимают пациентов с подозрением на COVID-19. Мы с вами тоже любим, да, сесть покушать, и сразу все хорошо. А ребята, когда им некогда, и когда негде, и чтобы поехать в магазин, надо раздеться, да, то есть полностью снять с себя вот эту одежду, все. А здесь раз, они имеют эту возможность у себя непосредственно в мобильном вот этом передвижном комплексе перекусить. Это очень хорошо. Основательница школы кулинарных искусств Елена Воропаева тоже потеряла большинство клиентов. Уроки также пришлось отменить. Сейчас она печет кондитерские изделия только на заказ. Каждая третья бесплатно отправляет в больницу. Я не знаю, как будет дальше. Зарекаться это невозможно, да, но у меня в голове уже сложился такой пазл, что когда все закончится, две шарлотки в неделю, и кровь из носа я туда буду возить. В России выявлено 42 853 случая заражения коронавирусом. Скончался 361 человек. В Калининградской области зарегистрировано 126 больных, один человек умер, 30 выздоровели.